Можно ли не предъявлять студенческий билет, если у тебя есть карта жителя? Ответ на этот вопрос публикует телеграм-канал Департамента транспорта Самары. В регионе в начале учебного года расширили возможности карты жителя и сделали на ее базе сервисы для студентов. Теперь по картам они смогут проходить в ВУЗ, получать скидку или кэшбэк за питание, посещать врача. Ее можно использовать и как читательский билет, и как транспортную карту со скидкой. С водительским и кондукторским составом проведен инструктаж. Фонд поддержки и развития сельского хозяйства и садоводства проводит набор слушателей на обучение в школе садоводов. Она будет функционировать с декабря по март в Самаре, Тольятти, Жигулевске и в Новокуйбышевске. Ежемесячно по выходным дням будут проходить встречи с региональными учеными-селекционерами, где они поделятся со слушателями своими открытиями в области селекции и семеноводства, а также с представителями различных служб и ведомств, которые помогут наладить работу садоводческих некоммерческих товариществ. Участие бесплатное. Первое занятие пройдет в Самарском выставочном центре 3 декабря. Записаться можно по телефону, сообщает телеграм-канал администрации промышленного района. Продолжается реализация программы газификации регионов, сообщает телеграм-канал Красноглинского района. Газовики рассказали жителям о том, как принять участие в программе бесплатной газификации и о возможности заключить комплексный договор с газораспределительной организацией на выполнение работ внутри границ домовладения и установку газового оборудования. В следующем году планируется строительство распределительного газопровода, который создаст техническую возможность для газификации 17 домовладений. Такие встречи позволяют помочь людям подать заявку на догазификацию и разъяснить все детали программы. Подобные выездные мероприятия проводятся по всей Самарской области. 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных, сообщает телеграм-канал администрации Октябрьского района. Праздник служит напоминанием всему человечеству об ответственности за братьев наших меньших. Девизом этого дня стали слова маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». В России День домашних животных отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных.